Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня снимаю для вас обзор у Малика и Анжелики. Сегодня в обзоре у нас будут костюмы, будут обязательно пальто. Это уже зимние модели. Пальто, они идут на подкладе, то есть вам в них будет тепло. Есть модели, где подклад отстегивается. Соответственно, такая универсальная модель. Можно и на осень, на весну, и на зиму. В них будет тепло. Размеры с 46 по 66 размер. Производство Россия, Турция. Ткани хорошие, составы хорошие. Кстати, кто уже здесь покупал пальто либо костюмы, пожалуйста, напишите под видео комментарий, потому что всем, кто хочет новый приобрести, им хочется узнать, насколько павильон действительно продает качественный, хороший товар. Ну, я вам от себя могу сказать, что действительно товар хороший. Я нахожусь, это город Москва, торговый комплекс «Садовод», 16-я линия, павильон номер 3. Вот телефон Малика указан. Работают они как оптом, так и в розницу. Обязательно пишите, звоните, задавайте любые вопросы. Цена сегодня в обзоре будет озвучена розничная. Ну что ж, дорогие друзья, поехали. Друзья, показываю, как пройти к Малику. Это 16-я линия. Как туда попасть? Это может быть торговый центр «Садовод», корпус А, вход номер 8. Либо кафе «Вкус дня». Проходите прямо на 16-ю линию. Дальше переходим на 16-ю линию. Нам нужен третий павильон. Здесь идет павильон с купальниками. И дальше вот павильон Малика с костюмами. Прямо напротив него магазин «Миллионари». Я думаю, что вы тоже эту витрину не пропустите, особенно если вы девушка, тут есть за что зацепиться. Вот те самые костюмы. Тоже шикарная витрина, виден большой ассортимент. Смотрите, есть костюмы по распродаже 3500. Пальто сейчас в наличии, сегодня будем все в обзоре показывать. Костюмы на различные мероприятия. То, что не увидели на витрине, есть внутри. Ассортимент действительно большой. Доброе утро, Олечка. Доброе утро, дорогие друзья. Мы рады, что сегодня вы опять у нас в гостях на 16-й линии в третьем павильоне. Сегодня мы будем вам представлять уже новую коллекцию, новые костюмы, новые модельки, которые к нам поступили. Начнем, наверное, сегодня с классических вариантов костюмов. Многие у нас спрашивают именно классику. Классика у нас, как всегда, в моде. Сегодня вот на Малике новая модель. Это ростовая готовая модель. Производство Россия. Данная коллекция у нас начинается с 46 по 64 размер. Эта модель у нас ростовая. Рост данной модели 64, 70, 76, 82, 88, 94. Такой огромный размерный ряд. Красивая вот такая неяркая клеточка, именно в классической коллекции, да, что редко встречается. Классика у нас обычно однотонная, здесь уже такая красивая клетка, поэтому рады будем вам подобрать вот такой классический костюм. Это классика умеренная, не широкая, не узкая. Брючки тоже здесь умеренно зауженные, поэтому вот на любителей такой умеренной классики вот поступила такая данная моделька. Эта модель у нас, цена данной модели 10 500 рублей. Также классика у нас многообразная. Мы хотим вам представить классические коллекции и в фактурных тканях. Уже такие они фактуры более, как вязка, да, более глубокая фактура. Очень красиво смотрится. Также это готовая ростовая модель. Рост у нас здесь идет 64-70.
76, 82, 88, 94. Вся классика, не буду повторяться, у нас ростовые модели. Размерные серии также у нас 46 по 64 размер. 66 этих серий включительно. Вот такая вот неяркая тоже клеточка, более в сером цвете. Есть классика, более понасыщеннее такая клетка уже с голубой вставочкой. Тоже красиво смотрится. Размерные серии также идентичны классических вариантов. Вот такой серый беж, красивый вариант. Также вот такая серенькая клетка. Это все, повторюсь, классические варианты моделей. Умеренная классика, не широкая, не узкая. И вот в таком красивом изумрудном цвете. Это все у нас классические модели. Классика у нас, вся классика начинается от 8000 рублей. Здесь зависимость от состава ткани. Где-то есть шерсть, допустим, 35, где-то есть 50, 60. Поэтому приходите, классические варианты. Также вам вот такую красивую классику подберем. Итак, дорогие друзья, мы представляем вам нашу новую коллекцию пальто. Это пальто уже такой переходящий осенний-зимний период. Пальто у нас производство Россия. Пальто у нас также идет готовое ростовое. Есть рост 76 и 82. Состав ткани данной модели, вот такая вот красивая елочка, 70 шерсти. Это более утепленный вариант пальто. Здесь полностью у нас идет синтепончик. Уже не такое тоненькое, а можно даже и в зиму переходящий вариант. И немножко здесь ткани добавлен эластан. Она такая ткань, как свитерная, немножко тянется. Поэтому вот удобно, даже Малик одел на пиджачок, и удобно ему, как бы комфортно, спиночку покажи, все сидит вот в застегнутом виде. И никакой дискомфорта в движении в этой модельке не будет. 70 шерсть – это такая достаточно утепленная моделька. Можете прям смело и в мороз уже его одевать. Ткань, смотрите, составы наши. Есть карманчик такой очень удобный. В общем, такая комфортная моделька. Эти модели у нас, размерная серия начинается с 46-го. Обратите внимание, по 66-й размер. То есть и рост, и размер смело мы вам подберем в этих модельках. Так что приходите, вот такую шикарную модель мы померяем, оденем, посмотрите ее на себе. Также в этой модели есть расцветки. Размерные серии идентичны. Вот такой вот красивый беж. Здесь также добавлен эластан, очень удобная модель. Здесь также 70% шерсти. Это идентичные модельки, просто уже в разных тканях, в разных цветовых гаммах. Также есть вот такая вот красивая светло-серая елка. Ткань шерсти уже идет, шлифованная шерсть, которая не будет у вас скатываться при носке. Очень удобно, комфортно. Также кто-то любит просто классический вариант. Есть вот такая, эта же модель, эти же роста, эти же размеры, вот в такой красивом синем цвете. Классические такие полуприталенные варианты. Будете с удовольствием носить и осенью, и такой переходящий зимний вариант, уже утепленный, также будете их одевать. Значит, стоимость данной модели у нас 9500 рублей. На сегодняшний день очень хорошая цена для такой ткани, потому что 70 шерсти – это уже ткань более высокого уровня, более высокой категории пальто. Так что приходите, классные модели, новые коллекции вам подберем. Итак, дорогие друзья, следующая модель – это коллекция троек, производство Турция. Данная моделька у нас стрейчевая ткань. Состав ткани данной модели – 70 шерсти. Это стрейч модели, мы вам их уже представляли, но сегодня вот в новой коллекции у нас такой шоколадный коричневый цвет, очень красиво, классно, стильно смотрится. Добавляем цвета в нашу коллекцию, поэтому такое красивое у нас на сегодняшний день осеннее поступление цветов, коричневый цвет. Это слим моделька, здесь у нас уже идут подзауженные брючки, супер слим приталенный пиджак, он даже в раскрытом виде, смотрите, более уже такой приталенный вариант. Все модельки у нас идут суцельные жилетки. Все троечки, которые у нас представлены, идут уже с суцельными жилеточками. Можете смело, спокойно снимать пиджачок. Вот так тоже красиво, нарядно оставаться в жилетке, ни о чем не думая, что у вас здесь там какая-то другой цвет, другая ткань спины. И эта модель у нас начинается, серия моделей 46 размера
по 58 размер, это у нас идет норма коллекций. А батальная серия у нас уже начинается с 58 по 66 размер. Данную категорию костюмов мы также готовы вам подобрать. Сегодняшняя моделька, которая представлена на Малике, она также идет у нас уже тоже и в больших размерах. Составы ткани очень хорошие здесь, несмотря на то, что она немножко тянется, эластанчик, но это более натуральная ткань. И представляем вам серию этих костюмов в очень хорошей цене. На сегодняшний день цена данного костюма 11 тысяч рублей. Такой новый красивый цвет в такой хорошей серии ценовой категории. Эти же костюмы, эти же стрейчевые модели мы представим вам в разных цветах. Есть у нас вот такой красивый изумрудный цвет стрейчевых вариантов. Также есть вот такой красивый серый. Черный цвет мы вам уже представляли. Также у нас есть серый, немножко потемнее серый. Есть оливковый цвет, есть светло-серый. Смотрите, какое многообразие тонов в этой ткани, в стрейчевом варианте. Также, смотрите, размерные серии у нас 46-го. Буду говорить, что уже по 66-й размер. Еще хочу вам сказать, что серии стрейчи у нас идут не только в 76-м росте, но и в 88-м росте. Вы можете также, большие мальчики, высокие ребята, приходить к нам. Мы подберем серию стрейчи и на высокий рост. Вот такие вот цветовые гаммы. Так что на любой вкус, костюм, приходите. Стрейчевый вариант вам подберем. Вот представлен у нас такой красивый изумруд. Также такой вот такой красивый голубой. Это все-все-все коллекции стрейчевых вариантов костюмов. Итак, следующая коллекция пальто. Это пальто вот такая вот средняя длина. Здесь у нас воротник стойка идет. Ну, здесь двойной воротничок. Вы можете также сделать его и отложным воротником. То есть, кто любит в классику, можно вот так, универсальная моделечка. Вы немножко припускаете, вот у вас двойной воротничок. Данная модель у нас 60% шерсти ткань, состав ткани. Коллекция эта у нас начинается с 46 размера по 64 размер. Роста также в наших коллекциях есть 76 и 82. Можем любой рост подобрать вам. Здесь в этой модельке немножко добавлен также эластан. Видите, на пиджак очень-очень удобно. Вот сейчас Малик одел, с пиджаком также будет вам удобно его носить. Синтепон полностью у нас идет. Подкладочка полностью суцельный синтепончик. Также синтепон у нас в рукавах, вставки. Здесь у нас очень такой, можно сказать, утепленный вариант пальто. И в осень, и в зиму будете носить с пиджаком, и не будет вам холодно. Значит, дальше у нас эта коллекция также продолжается в сериях. Значит, у нас в цветовых гаммах и в сером цвете. Эта же моделька у нас стойка классика, двойной воротник. Вот Малик сейчас покажет вам. А я представлю вот такой еще вот коричневый цвет. Немножко такая двойная ниточка. Здесь также у нас составы тканей 60 шерсти. Эта же коллекция вот в таком красивом сером цвете. Также повторюсь, что размерная серия 46 по 64 размер. Вот такая красивая бежевая елочка. Коллекция данных моделей у нас начинается от 9000 рублей. Так что приходите, стоечку, вот такое красивое пальто также вам подберем. Размерные серии также идут у нас 46 по 64 размер. Итак, следующая серия костюмов, это также у нас костюм производства Турция, серия троечек. Костюм у нас приталенный вариант модельки, зауженные брючки, вот такой графит цвет, неярко выраженная клеточка, очень хорошее сочетание. Данная коллекция у нас 60% шерсти идет, начинается размерная серия 46 по 60 размер. Эта серия у нас продолжается цветовая гамма вот в таких красивых цветах, значит, такой синий цвет, получили красивый вот такой бежевый красивый цвет, есть у нас также темно-синий вариант, серия серого также продолжается уже в более светлом варианте, светло-серый
светло-серый, вот такой разнообразный, немножко, видите, тоже светло-серый, но клеточка немножко будет уже почернее, очень поярче выглядеть. Вот такая серия. И также в голубом цвете. Эта коллекция у нас представлена. Данная коллекция у нас, цена данных моделей 12 500 рублей. Так что приходите. Красивые вот такие нарядные праздничные костюмы, красивые серии клеточек также готовы вам подобрать. Итак, дорогие друзья, следующий вариант пальто. Мы представляем вам лонг-вариант модели. Это удлиненный вариант. Длина пальто 1,20 м. Состав ткани данной модели у нас 60 шерсти. Здесь идет шлифованная шерсть, которая тоже не скатывается. Она скатываться у вас абсолютно не будет. Вот видите, просто вот так вот хорошенько струшиваете все-все, что ниточки там какие-то, все-все. Убирается легким движением руки. Значит, данная моделька у нас, данная коллекция начинается с 46 по 62 размер. Многие у нас, кстати, спрашивали эту длину 1,20 м. Смотрите, как стильно, классно она смотрится. Двойной воротничок. Здесь стойка классика. То есть можете воротник и отложить, сделать в более классическом варианте. Модель молодежная, более приталенный такой стиль. Данный вариант модели у нас также идет рост 76, 82, 88 на больших, высоких ребят. Эта модель тоже очень красиво смотрится. И цена данной модели у нас начинается от 11 000 рублей. Серия этих моделей у нас идет уже более в таких вот зимних вариантах. Уже можете прям в зиму одевать. Во-первых, то, что пальто удлиненное, вам никогда не будет холодно. И здесь уже идет вариант у нас подстежечка, которая съемная. Вы можете ее пристегнуть, отстегнуть. Это уже в зависимости от погоды. Так что в зимнее время вы также можете с удовольствием такое тепленькое, хорошее пальто одеть. И вот так стильно, красиво в нем выглядеть. Состав подстежки у нас, ну, ткань не натуральная, но более такие уже, они как под, смотрите, идет под велюрчик такой, вот, видите? Да. Очень хорошо, так, ну, приятно к телу будет, это не такая, знаете, бывает просто как бы синтетическое волокно, но здесь уже такое под шерсть, велюр, составы классные. Вот такой вот стильный малик, так что приходите, мы вас тоже вот так красиво оденем, будете также красиво, стильно выглядеть в этой модельке. Следующий вариант костюма, это также троечка у нас идет. Мы вам представляли классические варианты. Здесь у нас классический цвет, классическая ткань, но уже в турецком производстве и более в приталенном варианте. Брючки здесь более подзауженные. Цвет также у нас чернильно-синий, как бы классический стиль, но уже в троечке. Можете вот так и нарядно троечку одеть, и потом отдельно носить, как такой вот деловой вариант костюма. Данная коллекция у нас начинается с 46 по 60 размер. Вариант костюмов у нас здесь идет. Также мы и на маленьких, и на высоких ребят подбираем гладкие ткани. 76, 82, 88. Спокойно подберем вам смело. Вот такой однотонный костюм. Серия этих моделей у нас стоимость 9 500 рублей. Состав ткани данной модели 70% шерсти, более ткани натуральные. Эта коллекция у нас также есть в черном цвете, также черный, можно и праздничный свадебный вариант, вот такой костюм, и такой переход в деловой стиль без уже жилета. Также я хочу вам продемонстрировать вот такие вот фактурные ткани. У нас также есть в тройках, но не гладкие, а фактуры. Очень тоже здорово смотрятся. Здесь также у нас 46 размера по 60 размер данная коллекция идет данной серии. Также есть не гладкая ткань, а уже в фактурном варианте шерсти. Да, 70 шерсти. Здесь очень хорошие натуральные составы. Также моделька будет, как представлена вот на малике, в модели Slim. И такие костюмы у нас 10 500 рублей. Категория также этих вариантов есть вот в таком синем формате цвете. Так что коллекции очень большие, цветов очень-очень много. Турецких вот таких троечек, так что приходите к нам. Очень красиво вас оденем, подберем на любой вкус, любой цвет ваш костюм.
Итак, дорогие друзья, представляем вам также вот такую вот категорию пальто. Мы вам представляли, значит, стойка классика, двойной воротничок, но только уже в новой ткани. Это ткань твид. Твидовая такая вот красивая ткань. Смотрите, шлифованная шерсть. Состав ткани данной модели у нас 70 шерсти. Ткань, так, моделька у нас также идет утепленная, полностью синтепончик до конца здесь у нас. Стоечка красиво смотрится, можете и под джинсики вот так одеть, не только с костюмом. Некоторые ребята даже вот с кроссовками, с мокасинами, такие стили, не классический вариант, стоечку подняли, и будет здорово смотреться. Данная модель у нас начинается с 46 по 64 размер. Состав ткани у нас здесь 70, повторюсь, шерсти. Рост также у нас 76-82. На любой рост такую модельку вам подберем. Так что приходите. Вот новые коллекции на вашу осень, зиму. Приходите. Классное пальто. Вот такое у нас есть. Итак, представляем вам также серию отдельных пиджачков. Это новое поступление. Вот такие вот универсальные варианты пиджаков под джинсы, под брюки. Это у нас вариант такой вот накладной карманчик. Здесь такая как бы под трикотаж ткань. Эластан также здесь присутствует. Состав ткани данной модели 70 шерсти. У нас такие более натуральные составы в пиджаках. Производство наших пиджаков Турция. И размерные серии этих вариантов у нас начинаются с 46 по 58 размер. Это одна серия. Из 58 по 68 размер. Это следующая серия уже на больших ребят. Коллекция пиджаков у нас начинается от 4000 рублей. Также подберем вам и размер, и рост разных моделей, разных цветов отдельных пиджачков. Также у нас есть в продаже вот такие вот брюки. Эти брюки у нас представлены такие вот полуклассика, полуспорт. Можно и под кеды, и под мокасины, можно с туфлями одеть. Варианты новые стили, фактурные ткани. Производство наших брючек Россия. Более удобные такие вот не классические варианты с резиночкой. Очень удобно. Можно одевать и вот в таком стиле, можно под туфли обуть, очень красиво смотрится. Также коллекция наших брюк начинается с 46 по 66 размер, в некоторых цветах у нас есть и до 70 размера. Брючки у нас начинаются от 2500 рублей, так что отдельные брюки, отдельный пиджак мы тоже готовы вам представить, подобрать в нашем магазине. Также серии пиджаков, те, что представлены на Малике, есть у нас разные-разные расцветки. Смотрите, эта коллекция у нас есть в стрейчевых вариантах, вот такая вот фактура в темно-синем цвете, посветлее синий. Есть у нас ткани, вот такие мы уже представляли под велюр модели. Также серия у нас начинается с 46 по 74 размер. Этих серий, большие такие серии. Вот такие вот красивые у нас фактуры разные есть. Также серии огромные. Клетка. Кто-то любит просто клеточный вариант. Серия под велюр в темно-синем цвете. Есть вот такой вот коричневый, шоколад, черных. Очень-очень много вариантов однотонных пиджаков. Есть вот так вот неярко выраженная клеточка в этих вариантах. Стрейч также у нас представлен в черном цвете. В общем, пиджаков серии очень много. Все пиджаки по составам тканей у нас начинаются от 70% шерсти. Так что отдельный пиджак также готовы вам подобрать. Итак, следующая коллекция пальто. Это вот такой вот у нас универсальная такая моделька. Здесь у нас производство также Россия. Рост данной модели 76-82. Размерная серия начинается с 46 по 58 размер. Это у нас универсальная модель, которую многие ребята уже спрашивали. Здесь отдельно у нас отстегивается капюшон. Я покажу, что здесь у нас можно его разобрать, и у вас получится много-много вариантов. Вот отдельно у нас съемно идет вариант капюшончика. Отдельно вы можете отстегнуть. Отдельно можете отстегнуть мех. То есть, когда вы отстегиваете капюшон, у вас получается более классический вариант пальто. В общем, в одном пальто это две такие модели универсальные. Можете просто одевать с джинсами, с кроссовками. Можете просто коллекцию отстегнуть капюшон и под костюм вариант. Самое универсальное на данный момент модель, наверное,
которая как бы и в пир, и в мир, как у нас говорят, можно одевать. Состав ткани, я сказала, да, что здесь 70 шерсти. Данная коллекция у нас 11 тысяч рублей. Также эта коллекция представлена еще в черном классическом цвете. Многие спрашивали у нас модели с капюшоном. Так что приходите, капюшон мы получили. Модельки хорошие. Цвета пока вот у нас в двух цветовых гаммах. Но я думаю, самый актуальный черный, вот такой серый. На сегодняшний день подо все вы подберете, под любой цвет. Поэтому приходите с капюшончиком модельки, также вам готовы мы подобрать. Итак, дорогие друзья, мы также хотим вам представить вот коллекцию, нашу распродажную коллекцию. У нас осталось по одной, две модельки в размерной серии. Поэтому вот верхний ряд, верхние модели мы готовы вам представить за 7 500 рублей. Сейчас такая вот актуальная цена на сегодняшний день. Все-все вот эти красивые расцветочки вы можете прийти к нам и за хорошую цену сейчас приобрести. 7 500 рублей любая-любая моделька из этой данной вот верхней коллекции. Итак, дорогие друзья, мы ждем вас на 16-й линии в 3-м павильоне. Мы всегда будем рады вас видеть. Сегодня мы показали наши вот новые коллекции. Поступления у нас каждый день. Поэтому будем как бы постепенно вам представлять наши все новые и новые модели. Но вы приходите к нам, будем мерять, будем подбирать. Оптовые цены вы уточняете, звоните Малику, сейчас мы вам говорили розничные цены. Также мы делаем отправки в разные регионы, поэтому звоните, уточняйте размерные серии, что есть варианты. Еще хотим представить вам вот нашу умную визитку, по которой вы сможете найти нас и в YouTube-канале, и в Telegram-канале. Так что у нас есть с вами большая связь, большой контакт. Приходите и будем мерять наши модельки. Также вы нас увидите на YouTube-канале. Оля все подробно расскажет, покажет. Ну, а мы будем рады вас снова видеть. И приходите к нам. До скорой встречи!